Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами будем делать очень красивый, очень нежный, по-весеннему такой романтический букет из бутонов роз, внутри которых конфетки. И теперь давайте приступать. Для одного бутона мне нужно 2 заготовки, 2 квадратика бумаги размером 7,5 на 7,5 сантиметров. После чего я беру одну заготовку, накладываю на другую, складываю их вместе пополам и срезаю уголочки. Не разворачивая, растягиваю верхний край, растягиваю очень сильно, затем разворачиваю, подтягиваю еще немножечко посередине. После чего делаю углубление, растягивая сами заготовочки обе, вкладываю конфетку и плотно оборачивая, растягивая бумагу, оборачиваю конфетку. Затем фиксирую капельками клея и подклеиваю. Вклеиваю шпажку, зубочистку или проволоку тем, чем вам удобнее пользоваться. И мне захотелось немножечко оттенить бутон. Я беру масляную пастель, наношу ее на поролоновую губку и прохожусь по верхнему краю бутона. Для чашелистика нам понадобится зеленая бумага размером 5 на 6,5 сантиметров. И делаю все как обычно. Вырезаю зубчики. Подкручиваю, растягиваю. Затем наношу клей на чашелистик и подклеиваю к бутону. И на этом готов бутончик. Собирать весь букет я буду в коробочку, которую я делала сама. Она у меня обтянута бархатом белого цвета. Размер коробки 12 на 12 сантиметров, и на эту коробочку мне понадобилось 27 цветочков. Вовнутрь я вклеиваю пеноплекс или пенопласт, верхнюю часть которого я уже обклеила гофрированной бумагой. По краям мне захотелось добавить белую бумагу, это у меня обычная креповая бумага, можно взять бумагу тишью, ну, в общем, все то, что у вас есть дома под рукой или подходит по цвету. И теперь уже приступаю к сборке самого букета. Сначала я расставляю бутоны по периметру всей коробочки. Пользуюсь для удобства зубочисткой, вернее шпажкой, потому как именно пеноплекс очень плохо прокалывается даже деревянной шпажкой. Бутоны, которые я расставляю по краям, я стараюсь немножечко их сделать пониже и немножечко выгнуть к краю, к самой коробке, чтобы они немножечко выходили за края. И после чего я уже начинаю расставлять цветочки посередине коробочки. Здесь уж смотрите так, чтобы были края, чтобы все было заполнено. И старайтесь так, чтобы все цветочки были немного повыше тех,